Деловой Славянск продолжает публикацию материалов в популярной рубрике «Дорогами Славянска». Сегодня мы проехали по ряду отдаленных улиц города, пролегающих через промышленную зону. Мы начали наше сегодняшнее путешествие с улицы Вокзальной. Далее на дороге, ведущей к Славянскому заводу высоковольтных изоляторов, мы поворачиваем на улицу Новый Быт, которая пролегает по частному сектору. Далее мы продолжаем путь по улице Краматорской. В настоящее время она находится в разбитом состоянии.
Здесь проедет не каждый автомобиль. Во время таяния снегов и дождя огромные ямы наполняются водой, которая скрывает от водителей подводные препятствия, и им приходится проезжать на свой страх и риск. Более-менее ровная дорога начинается на пересечении с улицей Промышленная. Далее мы выезжаем на улицу Торговая, расположенную рядом с центральным рынком Славянска. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Впереди еще много поездок и путешествий по дорогам Славянска.